Ну вот я подъезжаю к лагерному огородику. Это у нас лагерный пруд, как мы его называем. Тарик вот решил прогулять немножко. Забрал его и клювы Минаевой. Вчера он сейчас тут радуется жизни со мной, бежит. Вот огородчик. Снегу еще тут. Ой-ой-ой, сколько лежит. Я думал, тут уже снег сошел. Оказывается, еще много тут снега. Льда много. Вон чайки летают. Беленькая. Да, интересно. Вам прямо на льду сидит. Шарик наш шарик. Вот еще одна летает. Пойдем. Вперед, Шарик, вперед. Ветер такой холодный. Такое солнышко. Печет, а ветер прохладный. Вот тут только по краешку оттаяло. Уже. А в основном лед еще. Они чайки, они же рыба питается. А еще лед. Нету рыбки, нету. Ну что, забор стоит. Слава богу, а он. Немножко есть, наклонился возле калитки. Надо недолго подделать потом. Вот. Вот она, пирс. Как его в том году и не восстановили. А у бачки вообще на другой стороне. Нету мостика. Да. Я даже не ожидал, что тут много снега. Пошли, пошли, пошли. Так вот, слава богу за все. Ну вот, началось. Шарик, как обычно. И там храм видно. Сегодня уже с утра поработали с матушкой Людмилой. Садили лук, чеснок. Вчера с ней немного морковки посадили. Она говорит, пока земля влажная, потому что снега уже нету, она уже отошла сверху. Надо, говорит, садить морковку. Вот морковку посадили часть. Да, тут еще. А я кошек-то привез. А то мы бы рыбки бы сейчас гальянчиков, а вот не половишь. Зимней рыбалкой я никогда не занимался. Нет желания на это. Сделаем им кашку с молочком. Не едят. Рыбку подавай. Березонька засохла, потому что вода рядом в воде стала стоять. Вот это трудяга наш. Трудился тут. Вот еще в том году он тут трудился. Шарик все чувствует. Пойдем, Шарик. Он помочился на него.
настоящего тепла еще пока толком нету, а то мне еще и плохо тается. Подожди, шарик, сейчас я велосипед положу. Пойдем, шарик. Где? Вот мы, наши саженцы, к сожалению, засохли тут с этой стороны. С этой стороны тоже они засохли. Шарик, не торопись. Не торопись. Вперед. А вот здесь вот приросли кое-где. Видно, что приросшее было 2 года назад. Вот в лугах еще снег лежит. Вон, сколько его. А плотина уже освободилась от снега. Уже ничего нету. Вот трещина идет. Лед уже по краям тает. Вот все. Если гальянчик плавает, то можно мордушку попробовать поставить. А вось кто-то попадется. Где-то тут братья наши, Сергей Павлович с Виталием, утопили грабли. Ну, вернее, Сергей Павлович. Виталий отрекается, говорит, я не топил. Сколько мы не искали, так и не нашли. Ну что, слава богу, прорывов нету. В этот раз воды мало. Бобер тут, видимо, не приплывал, не рыл туннели свои. Вот с этой стороны тут затянуло место немножко, да. Снег еще есть. Да, вот тут как трамбовали. Вот. Так она и лежит. Вот наши колбушки стоят. Вот так отсюда выглядит пруд. Повсюду видны следы бобра. Это позапрошлый год или прошлый год он тут родился. В этом году не видать его, по крайней мере здесь. Ну вот здесь вот так вот слив. Тут мы делали затор, глина, солома. Вот, по крайней мере хоть немножко, но удерживает основную воду. Вот под досками тут подтекает. Немножко уходит. Еще, видимо, надо там вдоль досок трамбовать. Или здесь эту насыпь увеличивать надо заново. Ну вот, лагерный пруд осмотра прошел. Видеоотчет составил.
Все. Слава Богу за все. Аллилуйя.